Расскажите вашу историю и как вас встретили люди в Румынии. Меня зовут Лариса. Мы из Хмельника, Винницкой области. Мы приехали сюда, потому что по-русски, да, или по-украински? По-русски. Очень страшно. Война – это очень страшно. И у нас дети, и мы боимся. Кругом летают самолеты, ракеты. Очень страшно. А в Румынию мы приехали к знакомым нашим. Они нас очень хорошо приняли, очень хорошо работу нашли нам, мы здесь работаем. Фирма очень хорошая, нам все помогают, показывают, как нам работать. Мы очень довольны, что приехали. Всем женщинам, которые с Украины приехали, мы рекомендуем, чтобы они шли сюда, в эту фирму. Здесь все хорошо принимают, все помогает очень хорошо. Очень хорошо к нам относятся и очень приятные люди. Да. Мы не думали, что так будет. Да. Мы ехали, мы не знали. Мы не знали ни языка, ничего не знали. Но мы приехали, нас очень тепло встретили. Даже на границе, когда мы переезжали, к нам очень хорошо относились. И мы очень довольны, что мы сюда приехали. Ну, конечно, мы очень хотим домой, да, и мы очень ждем, чтобы поскорее закончилась война, и чтобы мы поехали домой. И мы все будем рассказывать людям, как нас здесь встречали. А эта война, это очень страшно, девочки, очень страшно. Когда ты дома и не знаешь, что над тобой ракеты летят, и очень страшно, и целую ночь бегаешь, что в убежище, то детей к себе прижимаешь, чтобы очень страшно, не дай Бог никому это все пережить. Ну, а мы очень довольны, что мы сюда приехали, и нас здесь тепло встретили, работу нам дали, к нам хорошо относятся, и мы рекомендуем всем-всем женщинам, которые приехали сюда, в Румынию, чтобы обращались на эту фирму. Здесь они очень-очень тепло и очень хорошо относятся. Спасибо. Спасибо работодателям, спасибо всем, что нас приняли. Давай на встречу, я приду. Капец.